Здравствуйте. Рассмотрим, как студент отправляет задание на проверку преподавателю и как преподаватель оценивает его. Зайдем по тестовым студентам в модуль задания. Выберем задание, которое выслал нам преподаватель. И отправляем ему файл выполненного задания. После того, как мы выполнили задание и отправили файл, нажимаем кнопку «Отправить на проверку». Вы действительно хотите? Окей. Зайдем под преподавателем, которому было выслано задание, и посмотрим. Мы видим, что у преподавателя есть одно сообщение. Изучив задание, которое он выполнил, мы можем либо отправить на доработку, либо выставить оценку. Выставим оценку. Мы оценили это задание на 63. Посмотрим, как эта оценка отображается в журнале. Увидите, что она автоматически попадает в журнал преподавателя.